Итак, все, последний у нас спортсмен занимает место на стартовой прямой. И пройдет процедура старта решающего заезда класса взрослые. Крестится Склеров, осеняет себя знамением. Главная интрига чемпионата сейчас разрешится через 15 минут. Итак, 15 секунд до старта. И старт. Опять рязанцев. Но его пытаются здесь прессинговать, но Денис сохраняет лидерство у нас. Рязанцев, Никишкин, Карпан, Хоменко, Склеров опять пятый у нас. Мартюченко седьмой. Мартюченко только седьмой, победитель двух заездов. Вот это уже тоже на мысль наводит. Денис Рязанцев быстр в начале заезда. Итак, холл-шот в исполнении Дениса Рязанцева. Мы к этому уже привыкли. Склеров второй. Склеров прорвался. Мартюченко на четвертое место прорвался тоже. С седьмого. Для телезрителя HD Extreme TV повтор старта. Склеров минимизировал потери. Он сейчас идет у нас вторым. Карпман третий. Мартюченко четвертый. Там борьба за позицию. Сорокопут с Молиным, с Пехтеревым обгоняет. Вот очередной круг пролетел. Денис Рязанцев, Склеров, Карпан, Мартюченко. На четвертую позицию он уже вышел. Евгений. Я думаю, что это не последний результат. Я думаю, что он на том круге вышел. И сейчас вот застрял за Карпаном, собственно говоря, тоже не есть хорошо для него. Ну, а в общем-то это на Рязанцева работает сейчас ситуация. Он как бы может поправить положение. Не глобально, но тем не менее сейчас он очки-то себе отыгрывает. И опять проблема у Никишкина. Ну что ты будешь делать на последнем месте у нас, Алексей? Что-то у него явно... И третью позицию у нас сейчас техника занимает... Яков Дима. Карпан, самый юный участник у нас, 16-летний, дарование из Кирова. В общем-то, очень здорово стартует. Да, потом, может быть, не хватает опыта и скорости. Он его проходит потом, но он потенциально очень быстро. Смолин вышел на пятое место в этом заезде. Евгений Смолин, у него не очень хороший этап получается. Сход был. Но вот сейчас он весьма достойно выглядит. Так, Никишкин на круг догоняет его. Денис Рязанцев. Было 3,786. Карпан на 7,3 отставал, Мартюченко на 7,7.
пятая минута. Не знаю, в чем причина, но догоняет. Скляров догоняет лидера. А вот Мартюченко никак не может с Карпановым справиться. Наоборот, это дело времени, мне кажется. Смолин так время, так уж почти 10 секунд отрыв, собственно говоря. Потом-то уже будет. Потом-то будет пытаться, ну, значит, бороться. Значит, момент еще не настал. Такой удобный. В таком случае, я думаю, что Евгений не собирается сдавать позиции. Я думаю, что он поборется. Учитывая, какой у нас был в прошлом заезде финиш, я думаю, что Евгений сейчас приложит максимум усилий для того, чтобы каким-то образом улучшить свою позицию. Чего бы этому не стоило. Но вот так Денис Рязанцев. Да, Рязанцев. Склеров. Склеров. Было 3,7, стало 2,7. Ой-ой-ой, только что сейчас отыграл. Только что Евгений чуть не упал. Мартюченко, но на третью позицию вышел, он все-таки да, вышел. Прошел все-таки у нас. Добил. Добил пока Карпина. Нет, Женя, это не тот гонщик, который будет сдаваться. Он будет атаковать до самого последнего. Ему сейчас надо максимально себя, ну, а Склерову, организовать. Склерову надо проходить, в общем-то, и он такую для себя задачу ставит. Дмитрию надо обходить лидера. Потому что уже есть два вторых места, как бы, да, маловато, 44 очка. Вот сейчас на кону еще 25. У Мартюченко 50 плюс 20. Кто-то у нас свалился. А кто 75. Свалился у нас? Семерочка, 40-пут вылетел. 40-пут вылетел, заглох снегоход. Вот сейчас он будет пытаться продолжить. Вот вставил чеку, заводит, поехал. Вылет 40-пута. Ну, 40-пута сложный сезон. Получается, он то едет, то не едет, собственно. То есть скорость, то нет. Как-то вот так у него. Да, он сейчас в сборной команде Ямбурга попал на Snow Battle of Nations. Он явно, конечно, Склерову тому же проигрывает по скорости. У них команда странный, Морок, 40-путы, так по нисходящей по скорости идут. Вот сейчас Леша Мороков последний идет, но только Никишкин сломанный как бы за ним. То есть тоже. Так, смена лидера. Смена лидера, прошел у нас Рязанцева. Склеров, все-таки сегодня Склеров быстрее. И здесь еще и Мартюченко. И Мартюченко, и Смолин. И Смолин тут не расслабляется. Смолин прошел Карпана. На четвертое место, четвертый номер. Отрабатывает номер как раз тоже. Ну, номера присваиваются по сезону прошлого года, по рейтингу. А рейтинг был весьма чудной, потому что чемпионат из одного этапа всего лишь состоял. И все, кто все гонки проехал, заработал. То есть один у Склерова, это понятно. Но пять, например, у Никишкина-младшего, ну, чемпиона юношеского получилось вот такие. Шесть у чемпиона России, у Рязанцева, собственно. То есть номера эти были несколько своеобразны. Итак, мы видим смену лидера. У нас и сейчас Склеров впереди. 2 секунды Рязанцев проигрывает, 6 секунд Мартюченко и 7 Смолин. Карпан 14 секунд все-таки пока не хватает Яше. У нас скоростных таких именно длительных, длительной такой глобальной выносливости. Но это все впереди, это ерунда. Так вот они, лидеры. Склеров, Рязанцев. А вот она тоже, некая борьба за третье место. Мартюченко-Смолин. Ну и на пятом месте Карпман. А Карпмана догнал Никишкин все-таки. Ну это Никишкин в круге отставания догнал, да. Он уже успел круг проиграть всем опять. Хотя сейчас вроде скорость есть. Хоменко на шестом месте у нас, 31 номер. Пехтерев 7, 27 номер. Интересная борьба все-таки продолжается между Дмитрием и Денисом. Не уступает. Но тройка получается у нас основная, которая ведет борьбу за призовые места.
Да, все-таки вот. Смолин отстал от них. Смолин от них отстал. Про пятерку говорить как-то, ну, совсем не хочется, но тройка вот основная у нас сильнейших получается в виде Дениса, Дмитрия и Евгения. Да, тройка весьма достойная. 10 минут прошло, 2 трети заезда контрольного времени. Да, сейчас у Никишкина опять появилась скорость, и он обгоняет Карпмана. Уже в круге отставания от него же. Второй цилиндр включился сам, да, да, там получается. Так вот эта тройка пересекает линию финиша. 1,9 отстает Рязанцев, 3,76 Мартюченко. Мартюченко подбирается, да, сейчас быстрее всех, минута 17,5, а эти идут минута 18 с хвостиком. Лучший круг гонки был у Склярова, минута 15,459, это было на третьем круге, а сейчас восьмой они заканчивают. Нет, лучший круг гонки в РУ, Рязанцева был первый круг, минут 12,951. Его никто так и не перебил. Четыре минуты контрольного времени, плюс два круга. Меньше 2 секунд между лидерами и меньше 4 между лидером и третьим местом. У Морокова то ли проблемы, то ли он просто так сбросился, чтобы пропустить лидера. Итак, Мартюченко прошел Рязанцева, вышел на второе место вот сейчас. Ну я же говорил, что Женя это как раз не тот гонщик. Вот сейчас, короче, Мартюченко уже чемпион этапа, да, получается. Если вот сохранит вторую позицию. Если сохранит. Потому что 4 было отрыва. Сейчас это самое, это такой важный момент политический. Если он еще сейчас повторит тот финиш, да, финиш второго заезда, тогда будет вообще круто. Абсолютным станет победителем этапа. Медной горы, чемпион горы. Да. Да, Женя показывает просто невероятное упорство в достижении цели. Пример всем, что несмотря на какие-то неудачные старты, всегда можно собраться и... Но опять же, все это вместе, тут гонщик-то может быть готов на все 100-200%, а вот техника иногда подводит. Ну, техника у него почти лучший круг для себя. Вот он сейчас показал минут 16 с чем-то, при том, что у него минут 15-9 был лучший круг до этого. И трасса была не разбитая такая. Так, Склеров. Очень хорошо Дима оторвался от элиты. И опять у нас Денис Рязанцев. Опять второй. Рязанцев. А где Мартюченко? А где Мартюченко? Что случилось? Что случилось у нас с Евгением? Вот он, Евгений. Вот он едет. Ошибочка была. Где-то ошибся, наверное. Была ошибка по трассе. Очень медленный круг. Минут 32. Он больше 10 секунд. Говорят, что он где-то там упал. Больше 10 секунд проиграл на круге. Да, теперь уже только что мы его в победители записали. Uh-huh. Теперь пока вычеркиваем. Мы его вычеркиваем из победителей. Да это уже проблема для него. Времени-то остается не так-то уж и много. Да время-то уже ерунда, минута с чем-то минута осталось. Минута с чем-то, да, тут уже... Его почти Смолин догнал сейчас, Мартюченко. Не то, что отыграть второе место, сейчас третье не упустить уже задача. Вот они прелести снегоходного спорта.
Вот она была победа, и достаточно хорошо, и тут на тебе. От ошибки никто не гарантирован. Конечно, тоже Каур Кислер, быстрый гонщик эстонский, как он вылетел со снегохода. Там болельщики Рязанцева все аж стонали. Но он с восьмого места сумел быстренько опять на первое выйти. Получается, отрывы были небольшие, и он просто буквально летел. Ну, Женя, сейчас я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы догнать Дениса. Ну, я не представляю вообще. Конечно, есть. Только закись азота, наверное, его спасет. Хотя скорость-то у него выше. У него скорость, он примерно 2,5 секунды отыгрывает на круге. А между ними 5. То есть, в принципе, может. Может, потому что Денис Рязанцев под занавес заезда все-таки нет той скорости, как в начале. Не хватает. Вот они. Ну, сейчас... Вот. Сейчас больше 5, а может быть и не больше. Закончилось контрольное время между тем. И им 2 круга осталось, 2 круга с чем-то. Да, интересный заезд. Мы уже было расслабились, уже все поделили, а на самом деле ошиблись уже. Все, 2 круга остается по лидеру по Дмитрию. На предпоследний круг. Это Рязанцев 40-пут, а это у нас господин Мартюченко. Есть еще у Жени шанс на последнем круге как-то ситуацию изменить, атаковать вот Дениса. Шанс тает. Но он тает, вот, да, Денис, с каждой секундой. Денис, а вот Евгений. Да, вот эта ошибочка не к месту была, конечно, не к месту здесь получается. Может быть, концентрацию потерял, расслабился где-то. В жизни как в спорте, а в спорте как в жизни. Тринадцатый круг у нас идет. Счастливый, несчастливый. Ну, смотря для кого. Смотря для кого. Серов на последнем круге. Рязанцев на последнем круге и Мартюченко, наверное, не догонит. Да, это называется последний круг на зубах, да? На зубах. Уже, ну, когда между все. Между ними ну, было вот еще бы один круг, 4 секунды. Да. Еще бы один круг, и может быть, а Женя один, бы, а да. Еще бы один, еще да, бы один круг, и Женя, может быть, изменил бы ситуацию. Но, к сожалению, для Жени... Что вот промчался Склеров. Все, вот, считайте, последний... Вот Рязанцев. Последняя дистанция, и вот... И Мартюченко. Все. Нет, порядка 4 секунд есть разрыв, уже очень сложно. Если сейчас Алаверды не ошибется, Рязанцев скажет: да, ты ошибался, давай я тебе, дорогой, да, подарок вот я сделаю. Вылечу там. Но это будет царский подарок, и такие гонщики не делают подарки. Ну что, дорогие друзья, остается буквально несчитанные секунды до того, как мы узнаем имя нового чемпиона. Чемпиона России. Поздравляем Дмитрия. Да, вот поздравляем он. Дмитрия с заслуженным. Впервые в своей карьере впервые. Дмитрий становится чемпионом России. России 2015 года. Сложил свои полномочия. Вот. Он серебряный призер. Он серебряный призер, кстати говоря. Ну, а Евгений Мартюченко, ну, скорее Мартюченко всего, станет бронзовый призер. Бронзовым призером. Ну что, Дмитрий, принимай поздравления от своих товарищи по команде, от своего отца. Ямбург подбежал. От всех, да, ребят. Принимайте поздравления, ребят. Ну что? Молодцы. Хорошую гонку показали. Это троица замечательная. Вообще потрясающий заезд был. Второй
И третий, я бы даже сказал, наверное, это один из самых интереснейших были заездов, особенно второй. Ну и Женю хочется поблагодарить. У нас Женя подъехал, тоже поздравил Склярова. Молодцы ребята, хорошо показывают. И 40-пут здесь тоже. Ну, для них уже сезон закончился, а вот у юношей еще... Он остановился в неудачном месте на линии финиша. Надо бы уехать оттуда. А у юноши еще все впереди. Вернее, не все, а окончание. Смолин четвертый. Ну, дальше уже мы будем посмотреть, кто каким окажется в табеле о рангах по сумме всех этапов. Если будут еще худшие заезды выкидываться, это еще добавит сложностей в арифметике. А у нас остался один заезд. Да, поздравляем Дмитрия со званием чемпиона России. Долго он шел к этому, перейдя в класс взрослые. Путь Причем был тернистый. Причем первый год, 13-го года, у него даже лучше был. Он второй был в сезоне 13, он проехал вторым. А прошлый сезон у него вообще как-то был ни шатка, ни валка. Он третьим закончил у нас, получается. В этом году вот первый. Так что с третьей попытки он завоевал на высшую ступеньку подиума. Завоевал золото. Ну что, заслуженная победа, упорство, труд, все перетрут. Молодец, Дмитрий. Прими наши поздравления и, естественно, не останавливайся на достигнутом, продолжай. Продолжай. Ну, я думаю, что рязанцев тоже не претензий, Спартаченко. У них уже по два титула есть, надо поделиться с подрастающим поколением. Конечно. Тем более заслуженно. Да, тут никто не говорит, что никаких подарков тут не никто было. Не делал. Все заслуженно, учитывая, как Дима пахал на трассе, выезжая со старта то седьмым, то пятым. Ну вот что-то со стартом здесь, конечно, надо. Потратил очень много сил, чтобы подобраться к лидерам, возглавить гонку. Молодец, Дима, хорошо. Такая интрига сохранилась достаточно. Вот всегда интересно смотреть на гонку, да, когда невозможно предсказать. Но, у того же класса спорт, да, в принципе, все предсказано. Умирала, да, там как-то все уже понятно. Вот они заняли свои места и едут себе потихонечку. И уже понимаешь, да, этот первый, этот второй. А тут нет, тут до конца гонки. И опять же, вот буквально без пяти минут чемпион этапа, да, и вот оно уже золото на шее, на тебе. Ошибка достаточно. И вот у нас юноши. На знакомство выезжают трассы юноши. Сейчас и мы узнаем, кто у нас станет победителем первенства. Молодежного первенства России. Ну, Бабак уже, да, наверное, победитель. Но не будем его поздравлять заранее. Да, заранее не нужно. Молодцы, так же, как и с днем рождения не поздравляю, так и не будем с победой. Тут, как говорят, чтобы не сглазить.